U tebe u famse,
Помолимся. Боже, Ты соделал святого Альфонса Марию верным служителем и глашатаем Пресвятой тайны. Сподоб верующих в Тебя часто ей приобщаться и непрестанно Тебя восхвалять через Христа Господа нашего. Объявление. В первую очередь, один ребенок потерялся, Кристиан Рекле. Он в Мальтийском ордене, там и ожидает там своих родителей. Кристиан Рекле, он там в медицинском пункте у Мальтийского ордена, там ожидает своих родителей. Дорогая молодежь, еще раз добро пожаловать на 29-ю международную молитвенную встречу молодежи на Млади Фест в Меджугорье. Святую мессу сегодня вечером предслуживал и на ней проповедовал апостольский нунций в Боснии и Герцеговине архиепископ Луиджи Пицуто. У концелебрации я был Пресвятой мессе сослуживал архиепископ Хенрик Хозер, апостольский визитатор для прихода Меджугорья. Также сослуживал провинциал францисканской провинции Герцеговины отец Миленко Штеко. И отец Иван Сесар, генеральный дефинитор францисканского ордена в Риме. У концелебрации было 473 священника. Завтра, 2 августа, Богородица Ангельская Порциункула. Это возможность приступить к таинству Святой Исповеди, встречи с Милосердным Отцом. Спасибо Господу, у нас есть много священников, которые в нашем распоряжении для таинства исповеди. Не пропустите эту возможность, дорогая молодежь. Место, предназначенное для исповеди на различных языках, находится с левой стороны от меня и с правой стороны также можно исповедоваться. Храните мир в себе и вокруг себя. Просим вас, не организуйте никаких других встреч, кроме программы этого фестиваля. Для перевода на свой язык возьмите с собой радиоприемники или мобильные телефоны. Не ездите на автобусах или машинах по Меджугорье, но старайтесь ходить пешком. Просим также водителей автобусов из-за большого движения в этот день как можно меньше ездить, особенно в сторону Подбрда и по всему Меджугорью. У стендов у вас есть возможность приобрести DVD, на которых записано все то, что происходило в предыдущий день. Старайтесь, чтобы ваша одежда была достойной. Пейте, пуно текучине. Пейте много жидкости. Чувайте особенные документы. Также берегите свои личные документы и деньги.
Молодые люди из Чинакола и молодежь францисканская будет анимировать с левой стороны. Есть полотно длиной в 100 метров. Каждый день в нем вы сможете писать свои молитвы, какую-то красивую духовную мысль, благодарение Богу. И в последний день, в воскресенье, мы перед Святой Мессой принесем это полотно к алтарю. Размышляйте над темой Млади Феста «Жить Словом Божьим». Читайте в эти дни Слово Божие, питайтесь Словом Божьим. После Святой Мессы помолимся «Верую семь, Отче наш, радуйся, Мария, слава Отцу», освятим ваши набожные предметы, и затем следует поклонение Иисусу в пресвятых дарах алтаря. Завтра, 2 августа, в 6 утра, будем молиться Розарий на горе под Бордо. Молитва Розария начинается в 6 часов у подножия горы возле первого стояния радостных тайн. И затем будем вместе молиться Розарий, поднимаясь на гору. Млади Фест мы начинаем на под Бордо, а заканчиваем на горе Крижевац. После молитвы на горе под Бордо хорошо позавтракайте и увидимся завтра в 9 утра на утренней молитве здесь. И каждый день будем начинать утренней молитвой, молитвой к Духу Святому. Это духовные упражнения, поэтому будем использовать это время. И упражняйтесь быть на всех пунктах программы. Так вы сможете войти в новый ритм и обрести духовную форму. Скажите себе: хочу в течение этих дней быть дисциплинированным и посвятить время Богу, чтобы Бог и молитва были на первом месте. Хочу быть как Мария, которая слушает слова Бога. Поэтому выбираю это время и решаюсь на Тебя, Иисус. После утренней молитвы будет следовать катехизация, которую будет давать отец Анте Вучкович, и затем свидетельство, и, конечно, радость песни вместе с нашим международным хором, который собран из 22 различных стран мира. Через интернет, благодаря прямой трансляции, сегодня вечером с нами вместе было 975 700 человек. Дорогая молодежь, участвуйте, пожалуйста, во всей программе. Если вы опоздаете, пропустите наверняка что-то важное. Завтра вечером после Святой Мессы будет молитва со свечами, поэтому позаботьтесь, пожалуйста, чтобы у вас были свечи. Завтра сможете их приобрести и здесь, на лужайке, и можете взять с собой завтра свечи на вечернюю программу. Господь с вами. Да будет благословенно имя Божие. Помощь наша в имени Божьем. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Клекнемо и молимо. Преклоним колени и помолимся. Кредо, крид, главу безвекентни, жикроам. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, единого Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, сидит одесную Бога, Отца Всемогущего. Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, Святую Католическую Церковь, святых общения, отпущения грехов, воскресения плоти и жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Здраво, Марио, милости. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле.